Всем меня, дорогие друзья, с вами Анна Кэт, и это четвертая и, скорее всего, финальная часть обзора на мой мир в Майнкрафте. Сегодня я решила начать выпуск с библиотеки, то есть сниматься в нем поначалу. У меня там ночь, зомби ходят, орут, страшный торговец, он в окно стучится, просит его впустить. Ну, а сегодня я буду обозревать мою базу в океане. До моей базы очень долго лететь, поэтому мне придется немножко, наверное, ускорять видео, когда я буду лететь. Я его просто ускорю несколько раз, и все, ладно? Ну, а мы начинаем наш обзорчик. Тут, короче, одна дамочка за дверкой ходит. Нужно ее как-то прогнать. Сударыня, пожалуйста, покиньте зону библиотеки. Ты ж, конечно. Зачем она облила меня своей жижей? Ладно. Без разницы. Я хотела добавить, что я вчера заделала эту ферму и хочу здесь сделать светильники. Вот тут прям. Потому что тут прям чего-то не хватает. Вот тут уже скелет упал даже. Вот. Сейчас мне 100% не хватит этих фейерверков, поэтому я хочу сделать новые. Мне немножко подлагивает Майнкрафт. Ну, возле моего дома он всегда подлагивает. У меня, кстати, мир почти гигабайт весит. Вот такой вот прикол, да. Скорее всего, в ближайшее время он и будет весить уже гигабайт. Он сейчас 607 мегабайт весит. Так. Беру ресурсы. Не нужны, да. О, кстати, я вчера еще с мобами, с вождями дралась там. На гору ходила, где у меня там ёлка и так далее. Как я и говорю, что до моей океанической базы реально очень долго лететь, поэтому думаю, что мне придется немножечко ускорять видео, разумеется, потому что иначе это очень долго будет. Да, я когда-то просто путешествовала в океане, искала там данжи всякие и так далее. О, у меня там столько ресурсов лежит. О, очень много. Хорошо. Зачем-то я убрала порох. Ну вот. В принципе, факел можно, думаю, сюда убрать, я так думаю. Так. Теперь, наверное, я вам покажу свои ресурсы в этих шалкерах. Еще у меня здесь булыжник лежит. Но блоки никогда не бывают лишними. Вот такие тут ресурсы. Ну, кстати, мне надо еще зелье подводного дыхания потом. Вот. И тут вот такие вот ресурсы про запас. О, кстати, тут порох даже есть у меня. Ну, вот так вот у меня здесь. Такие вот вещички лежат. Эти шалкеры мне очень помогают. И лучше просто два слота под них уделить. Вот я советую всем майнкрафтерам, которые путешествуют очень много, брать вот такие шалкеры, складывать туда зелья некоторые, тотемы бессмертия, запасные факела. Там. Ну вот это все. Которые обычно возле базы бывают не так часто. Или, ну просто, в общем, часто мешают. Ой, так, ну, в общем, примерно вот столько пороха, думаю, хватит.
в инвентарь сразу. И тростник можно убрать. Так, сейчас я вспомню, хорошо? А, да, вот. Вот карта, какая-то из этих карт к клиническому дому. А, вот он, да, все. Все, я взяла карту и можем отправляться в путь. Я пошла. Кстати, вот этот вот код, где звезд, квешники поймут отсылку. Он у меня из океанического дома, но я его никак не могу перевести обратно. То есть я его сюда привела и увезти пока не могу. Я сейчас лечу на элитрах, кота нести не вариант вообще. Поэтому когда-нибудь я буду путешествовать, и мы вместе с огнезвездом пойдем обратно. Скорее всего, я даже буду снимать это на камеру. Ах, да, хотела сообщить несчастную новость. Произошел какой-то непонятный баг, или я не знаю что. Саня просто пропал. Мы его больше не увидим. Печально. Мы тебя помним, Саня. Мы тебя помним. Ты был замечательным зомби-сыном. В общем, жаль. Ладно, не будем грустно, полетели. Что-то. Ну, погнали, что. Я могу лететь и рассказывать, что вот тут у меня вот такие вот горы, как бы. Тут у меня зимний биом. Тут деревня, в которая помученная прям в хлам. Я даже могу остановиться здесь, наверное, ненадолго. Это деревня, которая помучена в хламы, в которой даже жителей, наверное, нет. Я не знаю, ребят. Ну, тут, короче, я рейды проводила здесь. В общем, вот такая вот ситуация. Тут каньон. Вот. Ну, в общем, вот такая вот ситуация здесь. Необычная. Поражаюсь, как я умею пикировать на элитрах. Это что-то. Я помню, если что, куда лететь. Просто я карты пользуюсь для того, чтобы с маршрута не свернуть случайно. Вот, все, мы на месте. Добро пожаловать! Вот тут и находится
моя база. Не, не на корабле, под водой. Сейчас я вам это покажу и спрыгну. Вот моя база. Тут у меня проводник есть, ну, морской источник. Вот. И ну, тут вот так вот заходишь. Я ее долго строила. Прям долго. И лететь до сюда долго. Тут ковра не хватило, походу. Я не помню. Тут две рыбы плавают. У меня здесь коллекция тропических рыб. Их столько наловила. Ой, вообще. Тут у меня зелье подводного дыхания, запас многовековой. Тут у меня какая-то левая комната, которой я даже не пользуюсь. Там пупленьки. Плавили много. Это не то, чтобы литр, кстати, не литр, а броничный. Так, вторая комната. Ой, ну, второй этаж. Или какой-то этаж. В общем, тут моя спальня, тут шалкеры лежат, самое важное. Моя удочка суперская, вообще навороченная. Шалкеры для путешествий. Башка зомби. Очень много. Вот я же говорю, тут очень много хороших полезных ресурсов. Прям много. Вот они все. Это все я нашла где-то за неделю-две. В общем, мега навороченная база. Так. В общем, супер навороченная база. Все такое. Что-то у меня подлагивает немного. Тут у меня складик, тут чарование. У меня тоже склад тут. Вот он, вот моя коллекция тропических рыб. Как вам такое, а? Тут нет, тут рыба. Тут тоже рыба. Тут ничего нет. Тут я капельник хотела это... Как сказать-то? Блин. Ну, выращивать, но ничего не получилось. А тут у меня небольшая ферма мозерского нероста. Вот такая. Тут, кстати, это уголь весь вроде. Это же уголь? Вроде да. В общем, такой дизайн интересный. Тут у меня вход в шахту. Тут лежит камень. Камень еще. Тут, кстати, мясо тут лежит. Ну, в общем, вот. Тут у меня просто декорации всякие. И вход в шахту. Вот так. Я не буду туда идти. Показывать там нечего. Такая, чтобы мобы не забрались. Я гений вообще. Ну, и думаю, пора заканчивать наш обзор, потому что это все, что я хотела показать за сегодня. С вами была Анна Кэт. Ссылочка на третью часть в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.